Посодействовал сегодня Цветкову, когда тот завершил атаку на 56-й минуте. Ну, ты уже по ходу репортажа несколько раз предвещал события, в том числе и позитивные для сочинцев, и предвещая вот и эту заброшенную шайбу. Макеев броском от синей линии застигает врасплох Шикина. Ну и смотрим за действием любимого. Забирает он эту шайбу, поскольку для молодого защитника, который дебютировал в континентальной хоккейной лиге в этом сезоне, 13-я встреча для него. И он может поехать на молодежный чемпионат мира этого года в составе команды Брагина. Его первая шайба в континентальной хоккейной лиге. И первая игра после возвращения из-за океана. Но еще один момент. Первый результативный балл на свой счет записывает Никита Попугаев. Именно его передача на входе в зону, разворот и четкий пас на защитника. Но и гол. Здесь и работа любимого, который закрыл обзор Шикину. Но и отмечаем два результативных балла новичков, да, континентальной хоккейной лиги для Никиты Попугаева. Это первая встреча континентальной хоккейной лиги, и он отмечается результативной передачей. Для Макеева, который проводит свой 13-й матч континентальной хоккейной лиги, это первая заброшенная шайба.